Ну а сейчас на лед выходит Николь Ражикова, Словакия. Тренер Игорь Краковец. А хореограф Николай Морозов. Первый тулуп был. В повторе посмотрим. Вообще он 3-2 каскад, но базовый 5.50 и минус 9 сотых 9 десятых сняли. Еще одна ошибка на выезде. Стоп-аут. Уверен, двойной. Да, с техникой ничего не сложилось. Прекрасная программа, очень хорошо смотрелась на льду. Вот Стефан Ламбьель заборчиком, значит, он ей ставил эту программу.